Идемо. Как называется деревня? Чон за рывой. Ой, мой брат, его га. Идемо, кречемо. Дочка, у меня есть маленький сын. 1 год и 4 месяца. Evo da vidimo kako je ovo selo. Ja ne znal, ja mogal s njim prijehat. Ja prijehal tiper iz Biške. Ja bil v Biške, tam bil 3 dnja. Prijehal sad na maršrutke. A vi здесь koliko dnje budete? A ja ne znam, 2-3-4 dnje. Ja hoću, pa idem do Almata. Almata? Yes. But, ja ne znam, тут закрита граница, jel? А там находится на границе, мой друг сказал мне, находится маленький город, нет? Какой? Может, да, я не знаю, как называется. Когда у меня был интернет, я покажу вам. Идем. А это целый град. Вы знаете, где находится Сербия, нет? В Европе. Европы, да. Югославии бывшей. Браво, ты очень умный мальчик.